Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин и моя творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Читаю мою книгу «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Это моя пиар-компания. В рамках моего проекта «Звезда в отпуске». На чем мы здесь остановились? Тут несколько таких вот, буквально несколько предложений я пропущу. Дальше читаю мою книжечку. 46-я страница. Как только вы создадите в сознании, в своем сознании место для денег, настройте свой разум на изобилие и процветание и поверите в то, что вы действительно этого достойны. Все это изобилие, процветание и деньги, и всяческие блага не заставит себя долго ждать. С каждым днем ваша жизнь будет становиться все лучше, и вы будете обнаруживать все больше благоприятных возможностей. И очень скоро процветание станет нормой вашей жизни. Это действительно так. Следующая глава моей книги, глава 5. Привычка привлекать процветание, изобилие и фортуну, используя положительные утверждения, сила аффирмации. Повторение одного и того же заклинания, одних и тех же утверждений приводит к вере. И когда вера становится глубоким убеждением, мечты становятся явью. Клод Бристол. Магия веры. Что же такое положительное утверждение, аффирмация? Это та формула, которую мы выбираем для себя, и повторяя ее регулярно и многократно, мы можем закладывать в наше подсознание все, что мы хотим и желаем иметь, а также видеть своей реальностью. Меня восхищает пример голливудского актера Джима Керри, который использовал положительные утверждения и настрои, будучи еще никому неизвестным начинающим актером. Вот что он рассказал в интервью в 1994 году. Я всегда верил в волшебство. Сидя без дела в этом городе, я каждый день, а каждый вечер поднимался на Махолов Драйв, раскидывая руки и озирая город внизу, повторял, говорил: со мной хотят работать все. Я действительно хороший киноактер. Меня ждут великолепные предложения. И повторял эти слова снова и снова, много раз, буквально представляя себя, что уже ангажирован в пару фильмов. Потом спускался с холма, готовый покорить весь мир.
думая. Предложение сниматься ждут меня прямо там. Просто до меня, пока они не дошли. Именно таким. Тотальным аффирмацией. Лекарству от всякой хандры научили меня еще в детстве дома. Обратите внимание, именно таким тотальным аффирмациям, лекарством от всякой хандры научили его дома. И неудивительно, что он добился известности и богатства. Почему действуют аффирмации? Дело в том, что техника аффирмации очень сильная. Ее действие основано на законе, что внутри, то и снаружи. Этот закон был сформулирован еще Герместом Трисмегистом. То, о чем мы постоянно думаем, говорим и концентрируем свое внимание, воплощается в нашей жизни. Некоторые спрашивают, как же я буду утверждать, что у меня есть деньги, когда это не так? Например, вы говорите, я богата и успешна, а сами понимаете, что это пока не так. Тогда говорите и повторяйте, мое богатство и процветание растет с каждым днем. Я открыта и готова принять его. Это 8 минут позитива, пиара. Татьяна Салмановна пиарит себя, моя пиар-компания. Так что вот, моя творческая студия позитивного мышления, свои позитивные мысли. Так что, если вы хотите стать спонсором моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин, специально для вас, я публикую номер моей кредитной карты банка Тинькофф. Так что вот, читайте брендирование под моими видео. Буду очень благодарна. И такие вот дела. Моя книга «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания».